Мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Не забудьте подписаться на мой канал Нубас. Самые интересные видео про игры только здесь. И всем привет, с вами я, Александр Сучков. И сегодня я прикалываюсь над нашим грифером, так я его могу назвать даже. В общем, в прошлой части Антигрифер Шоу номер 5, когда я закрыл плейлист на реальную жизнь, то есть я никому ездить больше не буду. В общем, в прошлый раз все это было такое очень даже прикольное. В общем, в этот раз нам, оказывается, опять звонит этот мальчик, который из пятой части, в которой, в общем, я типа его оскорблял, он мне писал в комментариях, то есть он в конце пятого Антигрифер Шоу, он сказал то, что он мне перезвонит, но я не брал несколько дней, и поэтому все-таки вот решил взять. Ну, в общем, ребят, сверните видео прямо сейчас, подпишитесь на меня, на мой канал, советую очень. Очень прикольный канал, там очень даже прикольные видео. И не забудьте под этим видео поставить лайк, я вас очень прошу. Если не сложно, поставьте под ним комментарий. В общем, ребята, приятного вам просмотра, смотреть на этих школьников, лохов и дебилов, тупых, короче, всех, как он меня оскорблял, так я его называю, всяких психов там, дебилов тоже я говорил уже, тупых, ну, короче, дебилов и тупых. Вот так я скажу, как он прям говорил постоянно, то, что в его речи было в комментариях у меня, точнее, не в комментариях, а в этом. Ну, и в комментариях в Ютубе он был, и в самом Скайпе он мне так писал. Матом писал мне, но вот самое прикольное то, что произошло здесь, вы сейчас узнаете, потому что мы сейчас ему позвоним и все у него узнаем. Короче, привет. Вот, как тебя там? Ну, Бас, ты зачем меня вот обозорил на всю страну? Я теперь на улице узнаю все вообще. Зачем ты это сделал? Удали, пожалуйста, это видео нафиг. Зачем ты его выложил в YouTube? Я реально не грифил ничего. Просто я хотел поиграть, чтобы было круто. Я хотел, чтобы, ну, у меня были алмазы, как у всех. Ну, я не хотел гриферить, просто, ну, реально, я алмазы хотел. Ну, а в прошлом раз еще, вот, меня выгоняли, поэтому я не смог с тобой поговорить. Понимаешь, ну, так неправильно. Ну, зачем ты выложил в YouTube-то? Можно было просто сломать дом, забанить меня и не выкладывать видео. Я же тебе писал в Скайпе, то, что не надо выкладывать. Зачем ты выложил? Пожалуйста, удали. Пожалуйста. Как ты там? Александр Сучков, пожалуйста. Удали меня, пожалуйста, с Ютуба, пожалуйста. Там, конечно, дофига просмотров. Ну, пожалуйста, я тебя прошу. Удали это видео, потому что меня реально все узнают. Я даже на улицу теперь не могу выйти. Мне просто все узнают, все надо мной смеются. Ну, ты должен понять, ну, пожалуйста, ну, удали это видео. Ну, скажи то, что это была ошибка. Ну, что, пожалуйста, я честно не буду больше гриферить. Ну, правда. Пожалуйста. Ты можешь просто удалить видео и все. Я удалю даже Майнкрафт сейчас с компьютера. Я тебе даже демонстрацию экрана могу показать. Ну, пожалуйста, только удали видео. Скажи то, что ты удалил его по какой-нибудь причине. Ну, пожалуйста, не хочу себя видеть в Ютубе. Понимаешь, просто реально меня все узнают, просто. Ну чего тебе надо-то? Ну, блин, меня опять зовут. Ты можешь просто удалить видео, ладно? Я тебя прошу, я до тебя дозвониться не мог, почему ты сбрасывал меня со Скайпа? Я хотел с тобой поговорить, я же в прошлый раз тебе, когда несколько дней назад сказал то, что я тебе перезвоню в Скайпе. Почему ты не брал трубку? Ни позавчера, ни вчера не брал, сегодня вот не брал целый день, вот только сейчас сделал. Понимаешь, что? Ну сейчас я подойду. Меня реально зовут сейчас просто. Ну сейчас, ну я иду, подождите.
Короче, пожалуйста, я тебя прошу очень. Просто, ты можешь, пожалуйста, удалить это видео? Я не хочу. Пожалуйста. Будь другом. Я не буду больше гриферить, честно. Я просто буду играть как нормальные все люди. Я больше не буду никого не гриферить. Я не буду отнимать ни у кого алмазы. Я никого не буду. То есть. Ну, я не буду людей с кикстартом, которые только вошли, сразу их убивать и забирать их предметы. Ну, пожалуйста, я наоборот буду всем помогать, пожалуйста, только удали это видео. Я тебя прошу, я просто, правда, пожалуйста. Все, ладно, я сейчас пройду, подожди. Чего тебе? Ну что? Зачем? С которым я разговариваю. Просто. Да, это которым я выложил в YouTube. Ну, я ему говорил только что-то, чтобы он удалил видео. Он не хочет. Ну зачем? Не надо. Я с ним поговорю сейчас, подожди. Тетя, ну пожалуйста. Я типа. Если, я не говорю. Я ему сейчас скажу, не надо подходить. Не надо подходить к компьютеру! Не надо! Нет! Зачем? Не надо, пожалуйста! Я ему сейчас все скажу, подожди! Ладно, иди опять туда. Зайди туда, обратно. Не хочу, чтобы ты слушала. Пожалуйста. Да я тихо буду. Я не буду больше так это. Ну да, я ему скажу то, что ты видела это видео. Да, я больше не буду ругаться матом. Я ему тоже это скажу. Ну хорошо. Сейчас я ему все объясню, он удалит это видео прямо сейчас уже. Пожалуйста. Сейчас. Я ему скажу сейчас. Подожди. Ладно, моя тетя говорит, что я извиняюсь, то, что я ругался на тебя матом, ну, пожалуйста, только удали это видео. Я правда не хочу себя видеть в интернете. Просто моя тетя видела это видео, и ей не понравилось оно, потому что ее тоже стали узнавать на улице. Не подходи, я ему сейчас все скажу, подожди. Ну, просто сейчас стоит сзади меня, я не могу так. Подожди! Ну не надо взрывать! Не надо! Зачем ты его... Ну не ломай компьютер! Зачем ты... Не надо! Пожалуйста, удали ее! Удали видео! Удали! Пожалуйста! Ты мне сейчас компьютер сломает! Пожалуйста! Пожалуйста, удали просто это видео! Не надо! Ну сейчас я ему скажу! Пожалуйста, я тебя прошу, удали это видео. Я больше не буду никогда гриферить, я даже в Майнкрафт перестану играть. Пожалуйста, только не надо больше выкладывать видео. Пожалуйста, я тебя прошу. Я больше не буду. Ладно. Спасибо, что послушал. Все, иди, я им все сказал. Сейчас, подожди. Да. Сейчас, 5 секунд, подожди еще. Подожди. Подожди. Да иди, все! Ну я ему сейчас сказал, он понял. Он сказал, что сейчас удалит. Да! Все, иди!
удалил это видео. Да он слышал. Да, я ему все сказал. Да я ничего не видел. Ну я нормально ему сказал. Ты хоть послушай. Пожалуйста. Ну ладно. Так, ладно, я здесь. Так, ну, ты видео это удали, пожалуйста. Я тебе уже говорил. Все, моя вроде тетя ушла. Теперь я тебе реально попрошу удалить видео. Потому что реально. Потому что ты дебил тупой вообще. С тобой разговаривать вообще нельзя. Ты дебил просто. Я матом даже не буду тебе говорить. Но ты просто тупой. Понимаешь? Ты меня оскорбил там. Ты просто... Надо мной все смеются теперь. Ты не понимаешь просто, что ты дебил. Ты тупой. Ты... Я больше слов, потому что не знаю. Не знаю. Не знаю. Опять тетя подошла. Иди туда. Все. Так, ладно, все. Теперь нормально давай поговорим. Ты... Просто сейчас берешь и быстро удаляешь видео нахер. Ты просто меня задолбал уже просто, реально. Ты понимаешь, что надо мной все смеются? Это понять можно вообще? Ты сейчас удалишь видео и все. Ладно? Все. Потому что ты дебил тупой. Я дальше буду грифить. Ты, если ты не удалишь это видео, я сейчас захожу в Майнкрафт и начинаю грифить любой сервер сейчас, любой, который первый найду сервер. Даже на тот зайду, я хакер сейчас, я программист, я зайду на этот сервер, где ты меня забанил, я тебя забаню, стану админом, и без донатов я там твой сервер весь разрушу. Ты меня понял, дебил? Я дальше так и буду грифить. Я так и буду дальше грифить, потому что мне нравится грифить. Потому что я грифер. И только грифер там у меня все получается. Набрать алмазов и все. А ты просто дебил. Псих и тупой. И все. Слова закончились. Все. Короче, если ты удаляешь видео, то я не захожу в Майнкрафт. Если ты его не удаляешь, то... Если ты его через час и удалишь это видео, то я захожу на твой сервер и начинаю тебя просто оскорблять. Понял? Все. Давай, пока. Дебил.